меня полковник за кордон. Был он бледный, как покойник, миль пардон. Говорил он всю дорогу о Руси. Живы мы, и слава богу, гран мерси. Извините, месье полковник, чем стареть? Может, лучше за Россию умереть? А ради чести и престиж не шучу. Он ответил, что я рыжий не хочу. За кордон перебрался в платье женское, миль пардон. Сбросив женскую одежду и корсет, мне выказывал надежды. Ну что ты, Матрёна, не понимаешь? Может, я хочу найти себе бомжа? Что, с ума сошла? Кого найти? Не знаешь, как переводится бомж? Бомж. Мне вчера Анфиса Чехова объяснила. Бомж – это богатый, образованный, молодой жених. Бомж! Ты по-модному, бомж. По-модному-то. И что же? И я вчера себе такого нашла. Иди ты. Рядом со мной, за столом, валялся. И что? Что, увидал меня? Сразу приставать надо. Ну, стесняюсь спросить, как говорится, взял он твою крепость-то, нет? Да нет, ну так прошелся по окрестностям, а! Пару сторожевых башен сломал. Хорошо. Флаг сорвал. Очень хорошо. Он знаешь что? Он бухгалтер, в фирме работает. Бухгалтером. Бухгалтер! Милый мой. Хороший пенсионер. Стесняюсь спросить, это, как говорится, свел он тебе это? Дебет-то с кредитом. Да какой там дебет, Матрёна, с его-то кредитом, а? Это у вас тут брачное агентство «Быка за рога». Вы можете найти мне мужчину? Давайте, оформляйте меня. Начнем с анкеты. А скажите, пожалуйста, есть ли у вас фото? Да, конечно. Да, но здесь изображено дерево. Я за деревом. Фамилия, имя, отчество, солнышко? Ефросинья Кондратьевна Кадык. Возраст, милочка. А сколько дадите? Ну так, навскидку, 47. Ты угадал, 28. Вероисповедание? Православная, я с ног до головы. Меня 7 раз крестили. Когда вы в первый раз поцеловались? 18 лет. Его звали КамАЗ. И он как бахнул мне бампером по губам. Видите? Тербинка. А КамАЗ в хлам. Давайте я вам облегчу задать. У меня есть определенные требования к моему избраннику. Он должен быть похож на Брэда Питта. Помню, как девчонки говорили мне: не гуляй ты с кем попала при луне. Выбирай, подруга, парня по себе. Угодить должна ты всей своей родне. А я не хочу, не хочу по расчету. А я не хочу.